15 лет нет с нами удивительного человека и врача от Бога Евгения Михайловича Чучкалова. Он 46 лет посвятил охране здоровья Ульяновской области. Первым в регионе внедрил эндоскопический метод обследования и лечения больных. Евгения Михайловича Чучкалова еще называют отцом ундоровской минералки. И не случайно. Неоценима его заслуга в исследовании свойств и разработке методик применения ундоровской минеральной воды. При нем были проведены исследования минеральной воды Малиновского оврага села Ундоры. Они показали, что в воде содержится большое количество серебра. А в это время в областной больнице пытались сделать искусственную серебряную воду. И тогда Евгений Михайлович подумал, зачем делать искусственную серебряную воду, когда есть в природе самоизливающийся источник с водой, содержащим большой микроэлемент серебра. И он на следующий день отправился в село Ундоры, чтобы самому увидеть, что из себя представляет этот источник, и поговорить с местными жителями. В Государственном архиве новейшей истории бережно хранят альбом об истории Ундоровской участковой больницы, ее врачах, в том числе и о Евгении Михайловиче. Его составила Анна Михайловна Осьмага, заслуженный врач РСФСР, которая 42 года возглавляла это медучреждение. Она стала главной помощницей Чучкалова в исследовании местной минеральной воды. И тогда он решил при участковой ундоровской больнице организовать стационарное лечение минеральной водой. Но прежде чем попасть на это лечение, больной проходил тщательное обследование в областной больнице. Если были показания, то ему давали направление. Лечили больных только минеральной водой, но исключением являлись больные, у которых была обнаружена язва. Тогда подключались болеутоляющие и спазмолитические препараты. Практика показывала, что наибольшего эффекта достигало лечение больных, когда они находились в санаторно-курортных условиях. В 1961 году при Ундоровской больнице был открыт дом отдыха. Больница, оставаясь участковой, дополнительно опекала и лечила так называемых диетников, пациентов реабилитационного отделения Ульяновской областной больницы номер 2. По-прежнему методика лечения с помощью местной минеральной воды, разработанная Евгением Чучкаловым, жива и используется для лечения пациентов. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.